Раз, два, три. Символической кнопкой на заводе «Техно» в Заинске запущено оборудование, которое сделает воздух в городе чище. Завод на территории нашего района работает с 2004 года и все это время не раз становился причиной недовольства заинцев. Дымка, запах – это только надводная часть айсберга, в чем обвиняли завод по производству каменной ваты. С участием главы района Разифа Каримова состоялся официальный запуск высокоэффективного газоочистного оборудования. Монтаж установки начался в сентябре прошлого года. В итоге выбор был сделан в пользу высокоэффективного инновационного оборудования, соответствующего всем современным стандартам. Мы уже подтвердили эффективность установленного оборудования путем замеров, произведенных до входа оборудования и выход. То есть подтвердили и получили цифру там, до 98% очистки. Соответственно, понимая на сегодняшний день, что данное оборудование работоспособно и выполняет свою задачу и функционал полностью, мы в феврале подписываем контракт на поставку второй очереди этого оборудования для установки на следующую линию. Установка позволит снизить общий выброс фенола и формальдегида в атмосферу. В этом году на экологические проекты завода в Заинске запланировано 100 миллионов рублей. Пандемия, конечно, значит, помешала. Мы год назад уже должны были установить. Но то, что делается, делается, говорят, хорошему. Перед Новым годом запустили. И уже видно, мы уже опросы, сейчас встречи у нас идут с населением, жителями. И они говорят, уже изменился ситуация, и уже запахи уменьшились. Планируется также установка подобного оборудования еще на одну линию завода. Работа в этом направлении будет продолжаться. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Татарстана.